здесь не грусти, я знаю один секрет. Хватит рыдать, страдать и хоронить любовь. Сколько бы ни было этому миру лет, с каждой весной он будет рождаться вновь. И где-то рядом с тобой танцует балерина весна и медно-золотая луна. Она уносит грусть и печаль. Как жаль, что рассвет погасит этот сказочный свет. Небо затянул вуаль. Это здесь. Остановитесь здесь. Спасибо. Сейчас. Неужели нельзя по-другому решить эту проблему? Боже мой. Зачем ехать так далеко? Давай обсудим это с Родриго. Может, он сможет все решить. Может, теперь все может. Не надо, мама, нет. Я должна была вас послушать. Теперь надо уезжать. Уезжать немедленно, пока полиция не разобралась, что к чему. Не беспокойся, я лечу с русским, которому я помогла. Он обещал все устроить. Ты уверена? Они дали показания в полиции. Все рассказали. Так что, может, Родриго теперь это и не коснется. Дочка, если в России тебе потребуется помощь, найди одного человека. Кого? Это давнишняя история. Его зовут Василий Степанович. Он русский солдат, служил на Кубе. Это его адрес. Я писала, но не отправила его. Почему? Отдай ему письмо. И вот это тоже. Ты уверена? Он же тебе так нравится. Да, да, отдай ему. Он сразу все поймет и поможет тебе. Люсия! Люсия, любимая, дочка, подожди меня. Почему ты должна так уезжать? Мама, так будет лучше для тебя, для Родриго и для всех. Но если мы даже ничего не сказали Родриго, как же ты так уедешь? Так лучше. Ради бога, Люсия. Кто угодно может подумать, что мы выгнали тебя из дома. Мама, не беспокойся, все будет хорошо. Как это не беспокойся? Позвони мне. И помни, что здесь твой дом. Не волнуйся. И скажи Родриго, что я не хотела его подставлять. И я прошу у него прощения. Все будет хорошо.
Угу. Мой организм сам знает, когда ему пора. А вот интересно, что ты говоришь этим дурочкам, что они к тебе так липнут? А? Я с ними не разговариваю. Я с ними танцую. Если хотите знать, вообще, это часть танца. Хорошо. Слушай, пока поживешь у меня. А как же твоя девушка? Ксюша, да? Она не против? А при чем здесь Ксюша-то? У меня же есть ты. Чего ты напряглась-то? Ну, шутка, ты что-то. Ну, понимаешь. Там написано трисе. Это ошибка, да? В смысле? Ну, 3 градуса. Это правда? А, да, сегодня тепло, так нормально. Тепло. А холодно у вас как? Когда уж синеет. У мамы у меня уже синие. А что, у тебя одежды вообще что ли нет? Не-а. А, секунду. Возьми мою куртку. Спасибо. О. Доша. Пошли. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте, Ирина Витальевна. Здравствуйте. 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 Здравствуйте, Ирина Витальевна. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро, Любовь Андреевна. Какая вы сегодня необычная. Что-то не так? Новые входящие. Письмо из казначейства распечатала, чтобы читать было удобнее вам. Любовь Андреевна, а вы не обращаете внимания на походки людей? Да нет, не интересовалась никогда. Запись из коридора, как вы просили. Вот, вспышки в кабинете Ирины Витальевны. Видно, что снимали, судя по мощностям вспышки, на мобильник. А из ее кабинета есть запись? Олег Иванович, ну вы же сказали, в кабинетах не пишем. Частная жизнь. Ваше слово. Все, иди. Запись пока у себя оставлю. Хорошо. Не помешаю? Входи, мучачус, входи. Проблемы. Держись. Как заказывали. Ваша любимая. Как дела? Что нового? Ира, кажется, против нас пошла. Короче, она об этом знает. Так что твоя тайная схема больше не тайная. Это ж не значит, что она побежит куда-то там, в прокуратуру и... Ты вспомни, как она уходила с предыдущего банка. Плохо уходила. Судилась. Да она не судилась. Уволили. Незаконно. Просто защищалась. Ну, потом, сколько мы уже вместе. Везде подписи ее стоят. Она замазана так же, как и мы. Зарабатывает она просто. Зарабатывает. Там нечего бояться. Чужая душа потемки. Тем более женская. Она же видела эти цифры, о которых понятия не имела. Так что зависть со счетов не списывай.
Потом Шелестову она понравилась. Контролеру нашего, если ты помнишь. Ну да, известный ценитель. Вот то-то. Если она покажет ему эти фотографии, он сразу поймет, как мы его лишаем доли. Я думаю, что снимала она на мобильник. Одному тебе доверяю, понимаешь? Как я, Олег Иванович? Ну, как у тебя день рождения, пригласи ее. Алкоголь, компашка, она расслабится. Да бесполезно это, Олег Иванович. Она женщина. Не пойдет она никуда, у нее только работа и все, не пойдет она никуда. Даже постарайся. О! Ой, да ищи, а. Видишь, как здорово? Очень здорово. Попробуй. Не буду я пробовать. Попробуй. Не буду я пробовать. Попробуй. Ну зачем мне пробовать? Не хочу я пробовать. О! О! Чувствуешь? Пошло. Я чувствую, что у меня нет чувства ритма. Вот это я чувствую. Ир, давай вместе на день рождения попробуем со мной. Денис, я тебя прошу. Ну, пожалуйста. Ну, ты же знаешь, я терпеть не могу эти вечеринки. Не уговаривай меня, а. Я знаю это все. У тебя там семья, работа, да, дом. Да, ну, да, все понятно. Да, да. Ну, чуть-чуть-то отдохни. Алло, бабуля. Как чуть-чуть. Ты меня назвал? Ну, ладно, мне тоже 95. Вот сейчас хорошо. Ир, ну, 35 лет, юбилей. Денис, что я там буду делать, а? Ну, что ж, ну... Ну, радоваться жизни. Танцоры тем более такие будут классные. Тренер свой приглашаю. По сальсе. Сальса? Вечеринка. Алло. Денис, привет. Это Чино? Да. Ага. Все по плану? А какая программа там? Будут лучшие танцоры. А, серьезно? Все, понял. Ну, давай. Пока. Ну, что, отожжем? Придешь, говорю? А? Нет. У меня много работы. Слушайте, давайте все как обычно. Зайдем, переоденемся. Хозяин нас представит? Да, да, все правильно. Потом объявим танцевальную программу. И мы покажем все. Что умеем? Порядок? Старый. Нью-Йорк, Порто-Рико, Касино. Я предлагаю разнообразить программу. Ты хочешь спектакль им дать? Богатые любят дух нищеты. Давайте дадим им бачату, танец бедных. Вовлечем зрителя. Станцуем с ними несколько базовых фигур. Им интересно. Нам весело. Почему нет? Асто, эстой попробовал. По-моему, неплохо. Стоп. Есть идеи. Но для этого мне понадобится красивый костюм. Прошу. Спасибо. Привет. Проходите. Здорово. Привет, ребят. Арманчик, дорогой. Ваше поздравление от души. Ребят, а вот и именинник. Серёня. Здравствуй. Привет. Виктор Степанович, вы там за главного. Я понял. Принимай гостей! Нормально доехали? Слава богу! Здравствуйте. Здравствуйте. Подожди, я аккуратно. Привет. Поздравляю. Спасибо. Ну как тебе? В смысле? Нравится? Тогда владей. Ну, держи их, что я тебе буду. Вы что, с ума сошли? Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Шелестов приехал, я что-то его машину не видел. Здесь Шелестов. Это я ему сказал, что Ирина будет здесь. Или не будет? Ну, понятно. Наверное. Наверное. Ну иди, открой хоть дверь, что ли. Проходите. Толку от тебя. Я сейчас, ребят. Вы что так долго-то, ребят? Привет. Прячься. Стопка. Привет. Привет, Алис. Привет. Проходи. Там вот крайне, вот это правое, там переодевайтесь. Mm-hmm. Привет. 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 Здорово. Разберетесь, да? Да, да, да. Левые мужики.
Игорь, сразу поднимайте наверх, ладно? Давай, давай. Это как раз тот момент, когда ночь, и непонятно вообще, что делать. Мы еле спаслись, честное слово. Помнишь, Люсия? Это, кстати, Люсия. Познакомьтесь. Иди сюда. Если б не она, так вообще бы не спаслись. Чудом спаслись, друзья. Чудом. Если б не она. Иди сюда. Buenas noches. Всем привет. Это моя сумма. Подарок мой. Куба. Чина, иди. Ребят, встречайте, друзья. Добрый вечер, друзья. Сальса, это не просто-просто. Это очень просто. Не верите? Любого научим танцевать за одну минуту. Вы, даже вы сможете. Вы мне? Да. Я... И сальса. Вперед, назад. И раз, два, три, пять, шесть, семь. Пять, шесть, далее. Раз, два, три, а какой пять, нет? Шесть, семь. Пять, шесть, поворот. Раз, два, три, пять. Осторожно, аккуратно. Matan de un parpirar cuando me mira todo el mundo empieza a girar y con un beso mi corazón quiere saltar soy un adicto que quiere más. Привет, Ирочка. Рад, что ты приехала. Конечно, прошу. Слушай, хватит уже этой банальщины. Добрый вечер. Ой, здравствуйте. Пожалуйста. Спасибо большое, спасибо. Ты проходи, там все наши ждут. Вижу уже. Че, может, выпьешь что? Давай что-нибудь. Шампас? Шампас. Сок принеси. Сок? Вам шампанского? Ну да, шампанское. Шампанское? Два? Да без проблем. Да? Ну... На. Давайте. Ты повесь, что ты с ней ходишь. Ну, отдыхайте. Спасибо. Ну как, Валик Иванович? Горим, 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 Денис. Она ему сейчас о наших схемах рассказывает. Да нет, я не думаю, что... Ира. Смеется. Нормально. Вряд ли она что-то ему рассказывает. Кто еще хочет научиться? Я хочу, я! Вы? Тогда идите к нам, если вы не против. Sonrisa, tu forma bonita de ver la realidad. Eres la calma para mi tranquilidad. Soy fuerte si a mi lado estás. Derretirte entre mis brazos mágicos. Es magia. Ты великолепно танцуешь бачату. Молодец. Мастер. Какие-то ветра нас в последнее время с вами сталкивают. Северный и южный. Как вы здесь оказались? Я работаю с Денисом. Вы знакомы? Нет. Да?
Ну, случайная встреча. В электричке. В электричке. Мы же с вами даже не поговорили в прошлый раз. Поставили конверт и фей. Бежали, я думал, мы поговорим. Чего же не подождали меня? Ну, слушайте, что? Ну, вообще-то я привыкла, что меня ждут, а не я жду. Ага. Я даже не знаю, как вас зовут. Ирина Витальевна. Ирина Витальевна. Друг хороший. Спасибо. Да, кстати, вы не такой, каким хотели казаться. Так у вас страстно получается. Коромысло. В детстве таскал. А. Я видел, как ты танцевала. Пойдешь работать ко мне? Я не умею этого делать. Русские мужчины любят, когда их учат темненькие. Соглашайся. Gracias, спасибо. Он клеился, конечно. Он только визитку дал. Опа! Давайте все вместе зажжем, господа! Зажжем веселее! Давай, давай, давай! Можно договориться. Мне она нужна. Это бесполезно. Хорошо, я попробую договориться. Олег Иванович. Там Ирина телефон из рук не выпускает. Я, собственно, чего подошел-то? А, я извиниться подошел. Да ладно, бросьте вы. Нет, ну правда, как будто вы моя собственность. Нехорошо. Таких людей, которые совершенно безразличны к танцу. Смотри, что-то между ними есть. Кто это? А это Игорь. Преподаватель мой по сальсе. Хорошо. Они все бойкие. Ну да. Нравится женщинам. Если она свяжется с этим твоим учителем, Шелест расстроится. Тогда и компромат на нас не поможет. Сама окажется в местах не столь отдаленных. Да что делать? Не лезь в нашу жизнь. Лезу, да? Да, слушайте. Да не буду я с вами танцевать. Что в самом деле? Во,
вон, видишь его? Иди к нему и будь повежлив. Иди. Подожди, ты мужчина, давай ты решишь, мы едем или не едем. Я думаю, надо поехать. Правда, ребят, давайте поедем. Пока, Рус. Пока. Будет. Я вас предупреждал, ее не будет. Она сбежала. Слышь, смотри, какая тёлка клёвая. Да, прикольно. Эй, красотка, давай познакомимся. Поехали скорее. Слышь? Что-то случилось? Да не, все нормально. Да что случилось-то? Ир, Ира, Ира, катастрофа. Господи. Ты должна меня спасти, слышишь? Ладно, все, успокойся, Ира, я еду. Я у тебя. Сумасшедшая. О, Господи. Ирина, слушайте, вы меня напугали. Извините. Что? Разрешите, я вас провожу. Нет, что вы... У меня же машина. Быстро долетим. Ну, хорошо. Я с ней с детского сада дружу. Понимаете? Ну, такая дурёха. Ну, просто, ну, невозможно. Я все равно ее, ну, люблю. В нашем мире дружба дорого стоит. Вот и сейчас вот, как всегда, вляпается во что-нибудь без меня. Идиотская. Да ничего, мы разберемся, если надо, поможем. Спасибо. Я вижу, что вы утомились. В смысле? Может быть, вы положите просто голову на мое плечо. Слушайте, мы с вами не в таких отношениях. Достаточно уже того, что я в вашей машине. Да, мам. Да, я у папы, ну, точнее, у тети Нади. Да, она мне пиццу сделала, а потом мы документалку про балет смотрели. Ладно, я еще посплю, хорошо? Угу. Может, ко мне? Обойдешься. Чай готов, милости и прошу. Я с ним, можно? Сними. Нормально? Угу. Вот как. Да, спасибо. Ага. А у вас хорошая подборка книг. Родительская? Да. Нет. Что вы? Это Ирочка собирала. А что, она у нас умная, очень много читает, вернее, читала. Теперь у нее нет времени на личную жизнь, потому что время на личную жизнь есть только у меня. А разве у нас здесь какая-то другая жизнь? Только личная? Как вы прекрасно сказали. Лермонтов хорошо об этом писал. Слушайте, а почитайте Лермонтова. Эль. Знаете что? Из меня плохой артист. Обычно я хожу на вечера поэзии. Правда? Слушайте, я обожаю вечера поэзии. Эль. А что такого-то? Ой. Хороший чай. Ну что, пойдете? Я, да, куда? Куда? На вечер поэзии. Я с удовольствием. Эль. Что? Мы вообще-то с Петром работаем. Он мой начальник. Знаете что, пойду-ка я посмотрю, как там чайник. Да, а-а-а. Давай. Вдруг закипел. Вы знаете, я, наверное, пока не готова с вами ходить. Ну, я тоже. Да? Обычно не хожу. Вру. Безжалостно вру. Интересно, зачем? А зачем мужчины врут? Чтобы произвести впечатление.
Ну и что, у меня получается? Ой, знаете, если честно, не очень. Не очень. Завтра в 6. Едем в ресторан. Спокойной ночи. Всего доброго, до свидания. Это страшный хитрый лис. Не ходи с ним никуда. Захочу, пойду. Ну и дура. Вот только на это и способна. А у тебя есть любовь? А как же? Ей 16. Ты моя дочь. Очень люблю ее. Ну, а женщина у тебя есть? Не бойся. То, что было, это ничего не значит. Сальса? Есть. Только она не знает об этом. О! Доброе утро. Привет. О, хоть какая-то польза, что-то останется. Да убирайся. Тебя не зря сюда привозил. Ты говорил, что поможешь мне. Я не твоя рабыня. Я так понимаю, романтических отношений с тобой не получается. Будем строить торгово-рыночную. Ты руки убери. Подожди. У вас что-то было, что ли? Ты чего трахнулся? Сальса. Ну-ка, погоди меня здесь. Ася. Ну и что ты приехала? Тотальный контроль. Где ты была? Перекусить ходила. У меня сейчас на вторую пару. Я из-за тебя опоздаю. Что ты врешь? Тебя же на первой тоже не было. Я здесь с утра. В Америке у детей 16 лет свобода. Хорошо, ты не хочешь балет. А что ты хочешь? Кем быть? На шесте танцевать. Ты что, серьезно? Конечно, нет. Давай сама решу. Отец был у директора. Он разговаривал с ним. Ты на грани. Может быть, ты сейчас придешь, а там уже висит приказ об отчислении. А это волчий билет. А туда, куда мы едем, нужен хороший аттестат. Я все поняла. Что ты поняла? Ты в секте. Мучители Аси. Что? Руку покажи. Мама! Что? Ты так обо мне думаешь? А как мне еще о тебе думать? Татьяна Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Здесь больше, чем договорились. Это аванс за новую работу. Все деловые вопросы к чину, не ко мне. А мне лично твои услуги нужны, не коллективные. Ты же у нас специалист по женщинам. Они же тебе липнут как магнит. Магия сальс. Магия сальс. Короче, Иру ты помнишь, здесь общались вчера. Надо продолжить. Ты заработаешь, она развлечется. Ну, а твой интерес какой? Ну, ерунда, потом объясню. Страхаться за деньги? Это не мой профиль. Штука в неделю гонорар. Ну, не рубля, естественно. Мало? Полторашка?
Время за скорость. Не. Не, ты перепутал, приятель. Ну, то есть нет, да? То есть нет. Доброе утро. Здрасте, здрасте, здрасте. Извините. Угу. Проверка на прослушку. Да. Что? Олег Иванович, в моем кабинете идет проверка. В чем дело? Объясните, пожалуйста. Ну, тогда это попозже. Да, все, иди. Это обычный плановый аудит. А почему на обычном плановом аудите присутствует начальник охраны и копируются файлы с моего компьютера? Мало ли, чем может закончиться эта проверка? С какими выводами, так сказать? А меня в чем-то подозревают? А что, есть в чем подозревать? Нет. А может быть, у вас стоит что-нибудь проверить? Ну, например, документы какие-нибудь. Да, нет? Нет. Хорошо. Спасибо. Значит, война, Ирина Витальевна? До свидания. До свидания. Всего доброго. До свидания. Пока. До свидания. Господи. Пропустите, пожалуйста. Дайте мобильник. С какой стати? Ну, тренируем новичков, приказ управляющего. Дайте, дайте. Угу. Угу. Вот видишь, надо обязательно проверять. Угу. Слот для карты. Ага. А где карта памяти? У меня ее никогда не было. Я могу идти? Извините. Благодарю вас. Будьте любезны. Пожалуйста. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Это что, обыск, что ли? И что ты собираешься найти? Я не знаю, но я должна... А что такое? Что ничего. Такое? Я должна знать, чем моя дочь живет. Хорошо. Удачи. Угу. Ирина Витальевна, открываю. Оля, я пришла. Да, Ирина Витальевна, здравствуйте. Привет. Вот. Спасибо. Слушай, Сенька, наверное, спит. Да, о, спит. А я раскричалась. А Сережа где? А он опять дома не ночевал. Как не ночевал? Ну так, сорвался с дачи. Мы его ждали, ждали, а он так и не вернулся, и телефон молчит. Это хорошо, сосед в город возвращался. Даже постороннему мужику ему важнее. Ну, может, он на дежурстве? Угу. 5 дежурств в неделю. Ну, ординатура – это не шутка, приходится много работать. Тем более, ты же понимаешь, что это задел на будущее. На чье будущее? На мое? Или на его? Женщина у него там.
а не дежурство. Ирина Витальевна, а что вы делаете? Я воздух увлажняю. Сухо у вас. Думаю, что все-таки увлажнитель надо купить. Да тут много чего надо, но на съемной квартире делать ничего не хочется. Да, понятно. Была бы своя. Ирина Витальевна, вы нам так много чего дарите, а это вам. Мне? Угу. Я пока на даче была, сделала. Сама? Сама. Ой, какая молодец. Нравится? Очень. Handmade. Не ожидала. Спасибо. Ой, слушай, а я-то куда с такой сумкой ходить буду, а? Да куда угодно, в ресторан, на выход. Да? Расслабься. Привет. Привет. Здрасте. Я за кофе тебе взять? Да. Ты хотя бы предупредил, что приедешь? Сережа. Да. Знаешь, я никогда не вмешиваюсь в вашу семейную жизнь. Вы же люди взрослые. Да. Но домой не появляешься ты, а получу я. Знаешь, мне очень надоели ваши скандалы. Вы 3 года постоянно ругаетесь. Ну, во-первых, не постоянно. Во-вторых, просто накапливается. Ну, накапливается, мам. Ты же видишь, где я работаю? Да, а на дежурство с другим. Я стараюсь. Я стараюсь, правда, я работаю над собой. Скажи, пожалуйста, а ты только ей ассистируешь? Светлана Сергеевна ценит меня как специалиста. Ну, это понятно. И ты на что намекаешь? Просто у тебя только 2 раза в неделю дежурство, а домой ты не появляешься гораздо чаще. Я не наш папа. Я жене не изменяю. Точно? Ваш кофе? Хорошее у вас отделение, Светлана Сергеевна. Спасибо. Обращайтесь. Не дай бог. Это кто? Это моя мама. А чего не познакомил? Она и так про нас все поняла. Я отец изменял. Она измены чувствует. Ты что ищешь? Ты деньги ищешь-то? Мне не нужны твои деньги. Дай мне ту карточку с телефоном, и я уйду. Thank you.
индейцы в городе! Самое сердце. Победа! Самое сердце. Пленник, возможен выкуп. Картофель купил? Хорошо, Монтесума, за меня отомстят мои верные ковбои. Картошку забыл. Ну, в общем-то, я и не сомневалась. Сама купила. Вставай, к тебе гости. Кто? Гости. Какие гости? Это прекрасная сквоб. Мы ее уже 3 раза убили. Слушай, так со своими-то? Где она там? Дядя Игорь, пойдем на фигвам. Жарьте бизона без меня. Я к скву. Давай, пальто. Привет. Ну что, всех индейцев напугал? А меня вот пугает то, что вижу. Это кто вам преподает? Мануилов. Мануилов. Ах, халтурщик. Ну-ка, давай к станку. Давай, 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 давай. Вот сюда. И вперед. Вот так. Вот так и ногу выпрямляем. Спину я за тебя держать буду. Гнись, гнись. Давай, 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 смелее, смелее. Вот так, из другой ноги. Пап, можно я тут немного поживу? Конечно, можно. Только мама не одобрит. Ты с Асей поближе будь. У нее такой возраст, будущее решается. Слышишь? Ой. Так, давай-ка я, а ты отдохни. Ты меня послезавтра подменишь с детьми? Конечно. А что случилось? Врачи говорят, что неподходящий возраст и здоровье, поэтому могу не выносить. В лучшем случае надо лечь на сохранение. Ну, загнать, значит, нужно лечь на сохранение. А жить на что будем? Я зарплату получать не буду, накоплений нет. Действительно, какие накопления в школе искусств? Смешно. А папаша твой этот помогать не собирается совсем? Ну, как ты. Спасибо. Знаешь что, деньги я найду. Все будет хорошо. Сил меня танцевать, посади меня. Стоять ты откуда? О, Господи. Немедленно расскажи мне все. Да, это, да, просто завтра. Ну, пожалуйста! Ну! До свидания, Любовь Андреевна. До свидания. Извините. Извините, пожалуйста. Можно использовать ваш телефон? Позвонить? Интернет нужен. Посмотрите адрес клуба. Там сальсу танцуют. Хозяина Чина зовут. Сейчас. Пожалуйста. Хорошо. Этот? Да. Котра садинта синку. Спасибо большое. Пожалуйста. Оп! Ну что, потанцуем со мной? Это мое, отдай! Сиди! На, посмотри, что. Оп, классная штучка. Мое, чего? Хватит! Сиди! А ты что, а? С тобой что будем делать? Ты что, жена, что ли? Ты что? Что творишь? Что делаешь?
as I'm walking through the valley. I'm with Molly at the telly, now I'm headed back to Cali. Then back to Miami, pretty mommy with the fatty. Dancing on the table, sipping Henny, feeling happy. Oíste, esto tira chipa, fuego que te quema y te pica. Yeah, baby, I'm hot.